Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Я знал, что не бросишь меня. Мы же с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Ребят. Чего вы, ребят? Ну, родился. А при том чмо, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сросла, либо мать твоя шлюха. А ты? Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, Дрис! Иначе ты у нас получаешься уродом, раз твоя мать уродов рожает. Нет! 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 Что? Тревога! Видел одного! Спрятался, гад, надо искать!
подозрительным лицам огонь на поражение. Смена караула через полчаса. Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою. Тревога, красные! Где красные? Да где они? Видел одного, спрятался гад. Надо искать. Видишь его? Нет! Я тоже нет. Может, и не было никого? Урод проклятый. Вот же свинья! Только прятаться и может. Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. Да ну, за простого коммуняку нашивки. Ищем. Ну как? Ничего. Вперед! Врага найти и уничтожить! Эй, коммуняка! Выходи, урод! Во-во, выходи! Посмотрим на тебя! Теряй! Ну, коммуняка, ты допрыгался! Тревога, красные! Все красные! Да где они? Видел одного, спрятался гад! Надо искать! Видишь его? Нет! Я тоже нет. Может, и не было никого? Вот же найди, свинья! Найди, что найди. От нас не спрячешься. Где? Ну чё, где это тело? Тело? А тут? Ну где ты?
ты! Тревога! Тревога! Прячется вот так. Значит, трусит. Ну, я тебе. Ну, где же эта свинья зарылась?
тебе! Убитый. Тревога! Красные идут! Я сдаюсь! Сдаюсь я! Я выхожу, слышишь? Ушел, собака. Точно ушел. Вставай, проклятый маг, заклиненный. Пойдете в нее!
скорее, сейчас тут такое начнется! Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все. Одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Черт! Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связи. Тушите там свет в тоннеле. Считай, они покойники. Есть! Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем тут. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги открыть. Паутины-то! Шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём! Не торопись! Теперь осторожнее. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Есть! Генератор в порядке. Чисто! Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Какого? Что с ним? Почему встал? Предохранитель, что ли? Черт. Ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Да
включился! Тёмыч, жги его батарею, давай! Жги их светом, с ними лифт нас не потянет! Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь! Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Так, сюда! Мост! Про него я слыхал! Теперь и театральная недалеко! Высоковато! Их! Не дрейф, Артём! Прыгай! Двинули! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Нормально, сгодится. Артём, давай сюда, подсоби. Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут! Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три, ёлочка, гори! Ладно, двинули! Чёрт! Артём, не отходи от меня!
Отвали, гадина! Два. Тут электрозамок. Провода вон туда ведут. Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Да не переживай за меня. Я же Атос. Если что, шпагой отмахаюсь.
Талант не пробьешь, молочага! Готов? Первый пошел! За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался, вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Дождь. Артём, ты когда последний раз под дождем был? Черт, я, кажется, еще до войны. Вон и переход, давай туда. Смотри, чтоб фонарик был заряжен. Прикрывай меня и поглядывай по сторонам. Ну, пошли потихоньку. Проверь некий фильтр. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Кому-то уже не понадобится. Настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение. Артём, стой! Пригнись! Стражи! Огромная стая! Видно, от бури бегут! Ох, чёрт! Только тихо! Если заметят нас, разорвут, как пить дать! Фух, пронесло! Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов! Ладно! Идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою.
Заклинило? Давай вместе. Пошла! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! Черт! Питания нет, двигатели заглохли! Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? ЧП. Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже диспетчерской! Толя, падаем! Скорость какая? Электроника вырубилась! О, господи! Черт! Черт! Да что же это творится? Тоже не пашет! Планируя! В руки себя возьми! Задохнулся там, как и остальные. Как этот вот. Давай убираться отсюда. Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием. Чёрт! Демон! Срежь его!
Что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли! Готовься! Со второго этажа, Крут! Получилось, а? Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Здорово, мужики. Вы того. Извиняйте, время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да, втроем идти смысла нет.